«Сила души». Так назывался всероссийский конкурс профессионального мастерства на звание лучшего психолога силовых структур. Он на днях завершился в Москве. За звание самого боролись специалисты из Министерства обороны, МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и пограничной службы ФСБ России. Третье место заняла волгоградка Ольга Ульянина. С ней познакомилась наша съемочная группа. Этот кристалл – награда за третье место в конкурсе «Сила души». В нем участвовали психологи силовых министерств и ведомств со всей России. Одна из лучших – Ольга Ульянина – рассматривает грани личности в Волгоградской академии МВД. Здесь она работает больше 10 лет. Состязание «Сила души» было напряженным и даже стрессовым, признается психолог. Например, организаторы предлагали конкурсантам проанализировать ситуацию из далекого будущего. Например, одна из ситуаций – высадка нашей экспедиции на Марсе, где их задача была наладить взаимодействие с местными жителями и убедить их в том, что, собственно говоря, их миссия носит мирный характер. Как наладить отношения с коллегами или справиться с напряжением от работы? С подобными вопросами к Ольге Ульяниной приходят полицейские. Курсантов Академии МВД она старается научить стрессоустойчивости и умению общаться с людьми из разных слоев и профессий. Для тех, кто горит на работе или зашивается с учебой, действуют комнаты релаксации. Есть программы по оптимизации учебной деятельности, то есть вот перед, например, тем, как сдавать экзамен для улучшения памяти, есть оборудование, есть программы, которые помогают им, скажем так, более эффективно справиться с сдачей зачетов, экзаменов. Есть программы по релаксации, по снятию стрессового состояния. Есть даже программы по нормализации сна. Привести награду за третье место со всероссийского конкурса, конечно, лестно, признает Ольга. Но самое приятное в работе психолога – то, что все навыки ей не раз пригодились в разных жизненных ситуациях. А совершенствоваться в этой профессии можно бесконечно долго. Анжелика Антипина, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».